Дорогие друзья, всем привет, с вами я, Тима Мацони, ближе к делу, новая реакция на видосик по битбокс. Устраивайся поудобнее, лайк, подписка, погнали. Ну а сегодня на повестке дня у нас такой битбоксер, как Томас Закри. Я вроде правильно прочитал, да, я этих видосов не видел, честное слово говорю вам, поэтому прямо сейчас будем вместе с вами смотреть. По вашим рекомендациям, комментарии, пишите обязательно, что будем дальше еще смотреть с вами и разбирать, погнали. Battle, ladies and gentlemen, we head down to South America. We head down to Chile. It's gonna be the Chilean champion, ladies and gentlemen. Give it up for Томас Закри. Томас Закри. А, вот оно как читается. Ладно. Томас Закри. Томас Закри. Кер. Слушай, такой пацанчик заряженный, смотрите. Блин, чтобы вы понимали, мне было лет 15, я одевался вот точно так же. Мне такие вот балахон такой большой был, разноцветные штаны, эх. Такой хип-хаповский стайл. Но дреды у него зачетные. Watch you for a lifetime. Damn. You're my favorite red moonbeam. I'm dousing poem streams. Touch me every day. I'll never know what's happened. So even fast you treat it. You don't stop, drop it down. The biggest follow makes me wait. Блин, самое, знаете, чем мне всегда нравилось? Вот если сделать без микрофона подобного рода комбинации, очень круто звучит, вообще безусловно. Звучать они будут не так объемно и не так круто. Вот этот феномен всегда меня поражал. Ну, то есть, если без микро это все делать, звучит гораздо, ну, вообще не так, вообще не так. Очень много причем фишек. Оу! Что за саунд сейчас был? Что такое? Блин, он уже не сделает, ладно. Это что за звук был, я чуть не понял. Блин, такая старая артиллерия сидит. Если не ошибаюсь, это у нас Зиди, господи, Скриликса забыл. Скиллер. Забыл, как эту девчонку зовут. Рипс Ван, Дарни. Это моя молодость, ребята, моя молодость. Я не знаю, какие сейчас новые топы в битбоксах, но вот эта артиллерия меня просто очень сильно вдохновляла. Респект. Я еще помню, я тогда увидел Зиди, ну, типа, сигарета, все дела, это плохо. Когда он выиграл чемпионат мира против Вахтанга Каландаза, я потом еще узнал, что он курит. Такой, ой, он что, сигареты курит? Нифига себе. And then I я думал, это Пашу стоит. Это немного зафальшивил он, по-моему, здесь.
chemicals. Чего-то не хватает, чуть-чуть прям. Here we go. Jump with me. Сочно. Put your hands in the air like this. Слушайте, мне понравилось, прикольно. Я знаете, что еще хочу сказать? То, что когда уходишь перед такой огромной сценой, начинаешь подряд в голове прокручивать какие-то композиции, сценарий, которого ты должен придерживаться, но, как правило, он идет по одному месту. В некоторых моментах слышно было, что он там фальшивил, где-то с нот соскакивал, некоторые саунды у него звучали не так сочно, но, тем не менее, это было жирно. Ну, а с тобой был я, Тима Мацони, про лайкусик, про подписочку не забываем. Про комментарии тоже пишите видосики, на что бы вы хотели увидеть реакцию от меня. До новых встреч!